Доброго дня, друзья! Сегодня Анталия Спорт, Рабзона Спор на разборе в очередном туре чемпионата Турции. И стоит отметить, что Рабзона Спор играет в очень жестком режиме. Команда играет в Лиге Чемпионов, так как она выиграла национальное первенство Турции и стартует с последнего раунда. Хочется отметить то, что матч, который будет в Анталии, будет очень сложным для Рабзона, потому что, проиграв 2-1, команда должна сосредоточиться на игре дома, которая очень важна для них, потому что 2-1 это не тот счет, который, ну, не отыграем, и отыграть невозможно. В национальном первенстве все идет более-менее хорошо. Команда делит первое место с футбольным клубом, где будет играть Артем Дюба Адана Демирспор. Но выезд в Анталию является очень сложным для любой команды, потому что нынешний тренер Нури Шахин собрал под своими знаменами реально достойных игроков. Тот же и Фернандо, и Луис Адриано, и Сэм Ларсон, и Андреа Поли, россиянин Федор Кулешов. В целом, Анталия Спор играет в интенсивный футбол. Они могут заставить любого соперника побегать. И вот в первом туре они проиграли Галатасарай. Но вот если бы Адриано забил пенальти, все могло быть иначе. По этому матчу я скажу следующее. Команда Шахина из туристического рая Европы, можно так сказать, да и Азии, может усложнить задачу на положительный успех для себя и, естественно, склонить чашу весов в свою сторону. Но, как мы все прекрасно помним по прошлому сезону, Анталия Спор имеет слабости в обороне. Поэтому я остановлюсь на таком варианте, как обе забьют, да. Правее или нет, мы увидим уже вечером, а в некоторых странах уже ночью. Поэтому не прощаюсь, друзья. Подписочка на канал. Ваше внимание, репост, лайк и будьте счастливы.